У нас тут завершают последнюю улицу Хорошеева. Кто смотрит наш канал, я думаю, знает. Можете посмотреть, как я показывал, здесь была грязь. Все перерыто, дома еще только делались. А сейчас уже все готовы. Коммуникации тоже все уже развели. И на данный момент вот прокладывается дорога. Засыпали щебень и сейчас начинают делать потихонечку асфальт. Тут прям все разнообразие домов. Есть кирпич, есть которая с обшивкой, там бетонный кирпич, но внешне караэт, утеплитель, караэт, покраска красного цвета, вот такой вот оранжево-красный. И есть еще желтовато-коричневые дома. Все варианты домов здесь прям существуют. Забор тут сразу устанавливается. И хорошие такие, основательные. Сейчас покажу. Тут подъезд у каждого, щебеночка. Прокладывают бетон. Вот прям вдоль, по всей улице вот идет хорошее основание бетона, колонна, там внутри металл, сверху закрывается, и потом они это все дело закрывают однотипным вот так профнастилом. Получается красота. Вот этот дом с края, тут прям территория большая, стоим и прям наслаждаемся величиной. Потому что у нас 6,5, здесь, наверное, соток. Не намного больше, потому что добавь гараж туда сейчас. Не, но все равно больше. Конечно. Тут побольше, вот сзади территорию этих домов побольше будет. Здесь так классно птички поют, потому что здесь... Сзади лес идет, да, вон там посадка леса. Короче, классно. Мы когда только заезжали в дом, я еще не рассматривал, знаете, вот землю как, ну, типа, этого мало, сажать что-то там, вот, особенно фруктовые деревья. Сейчас пожили уже 3-й год, и для меня уже мало земли. Если бы я сейчас брал дом, я бы в первую очередь рассматривал больше земли. Вот прям больше. Максимально, не знаю, хоть пару гектар земли. Ну, понятно, что это стоит все денег в таких местах. Это уже надо ехать где-нибудь отдельно, там брать такие территории и жить, типа на хуторе. Но если в формате вот от застройщика, где есть улицы, коммуникации, вся вот эта красота, газончики, здесь прям так много земли вряд ли получится. Но все равно, даже между этими домами, тут вот видите, вот есть дом, который земли побольше. Но он построился только спустя 3 года. Когда мы покупали, у нас еще такой возможности выбора не было. Были ровно разрубленные, даже были 4,5 сотки, 6,5 соток. И мы взяли 2 участка. На тот момент я думал, что ох, нифига себе, мы вообще нормально... 13 соток взяли, вообще просто бешеные размеры. Что мы будем делать? Я даже стоял, думал, вот даже футбольное поле можно сделать. Как круто. А сейчас думаю, блин, да нифига никакой земли у нас нету. 13 каких-то соток там дома стоят. 3 дерева посадил и закончилось. Нам еще пришлось попариться, гараж пристраивать, а тут вот уже готовые, да, люди вот так вот. Да, приехали. Здесь уже вот дома, вот они там делали, здесь уже учитывали вот эти нюансы. И тут даже есть вот гаражи, например, там на одну машину, есть уже гаражи с 2. Территория, ну, территорию больше, но дом занимает больше. Этот сам дом побольше. Ну и вообще, если бы я сейчас брал, я, наверное, и дом бы взял больше, и территорию больше. Но уже взяли, уже обосновались. А так, если вы рассматриваете, и у вас есть такая возможность по деньгам,
Но вы просто городской человек, привыкли, да. И когда первый раз покупаете дом, даже у меня были деньги. На тот момент я бы мог себе дом побольше выбрать, ну вот это все рассмотреть. Но я этого не сделал, думал, да нафиг такой прям большой, да. Что нам с ним будем? А я такая, и там столько уборки. Фигня это все, короче. Если у вас такая ситуация, что ты городской, у тебя деньги есть, ты первый раз переезжаешь с семьей в пригород и сталкиваешься с тем, что для тебя и такой поменьше дом кажется прям нереально большим, участок кажется прям нереально здоровый, прям в футбол играть. Это все обманчивая штука. Просто ты столкнулся первый раз с пригородом, да, ну, такой, так сказать, с деревенской жизнью. Это мало. Бери дом больше, бери земли, особенно земли, берите больше. Не бывает земли много. Если у вас выбор, вы вот так вот пришли в какой-то строящийся поселок и смотришь такой, так, что выбрать? Чуть покомпактнее дом, там земли поменьше, там, ну, типа дешевле, сэкономил, фигня это все. Потом ты захочешь этот дом увеличить, земли тебе не хватит, потому что нужно что? Нужно поставить бассейн, батут, теплицу, беседку, мангальная какая-то. Ну и понеслось, и потом гараж. Ты такой, гараж, мараж, всякая фигня, хозблок. И ты понимаешь, что земли ни черта не осталось. Так что, ребята, когда рассматриваете дом, в первую очередь рассмотрите больше земли. Даже если дом пока не такой большой, но чтобы было куда вам подстроить еще, если вот нужно. Вот, например, вон дом, рядом уже с гаражом идет. Вот дом без гаража, вот тут по-любому... У нас уже этот этап там пройден. Первой улицы, если пройдем, могу там показать. Все те люди, которые взяли дома без гаражей, подстроили гаражи или вот так к дому, или отдельно стоящие. Все вот поголовно, все, кто говорили, да нафиг это надо, у всех хозблок, дом, баня. А, баня забыл. Баня и все. И место для посадки остается вот так вот, один квадрат. Куда можете посадить там одну помидорку или один огурец. Так что рассматривайте обязательно все эти нюансы. Сегодня думаете, что вам это нафиг не надо. Гараж в любом случае нужен. Колеса положить, какие-то штуки там, всякие. Так они этого не знают. Это он заедет, начнет огородом заниматься, появятся лопаты и всякие штуки. А потом только, блин, так хозблок же нужен. Да даже елку вот эту вот. Нашу. Да, новогоднюю елку куда поставить. А вот смотри, как тут они прям... Вот новый вариант, такого я еще не видел. Это, наверное, уже здесь кто-то дополнял. Да. Тут вот этот тамбур, смотрите, уже заделанный. Потому что везде, первая улица, входные группы открыты. А здесь входная группа заблокирована. Мы это тоже сделали. А тут уже сразу так сделано. Тут уже вон с гаражом. Тут вообще здоровенный гараж. О, кто-то тут это основательно сразу сделал. Да, вон дом сделали, сразу гараж. И гараж сделали сразу к улице лицом. Вровень с этим забором. В основном у всех, видите, гаражи там в глубине идут. А тут что-то продлили прямо сюда. Сразу заезд в гараж сделали. С одной стороны прикольно, но с другой стороны перед домом слишком громоздко получается. Мне так, если честно, не нравится. Получилось лицо не дома, а лицо гаража больше, да? Да, дом как будто затерян и обламывается вся суть дома. Вот, например, смотрите, вот дом. Где гараж рядом и там в глубине, спереди вот эта вся калитка, и у вас двор, вот дом. И вот так вот смотрите, дом там, гараж тут, ну, я не знаю. Хотя немного, если они еще и тамбур вот этот вот закроют, поближе будет. Ну, кто как любит, я не... ну, конечно, на вкус и цвет товарища нет, но по мне так не очень, я бы так не выбрал.
Ну, потому что это слишком как будто тяжелое, тяжеловесно выглядит это все. А там легко, вот, как-то дом, там какие-то деревья посадить. Улица красивее выглядит, когда гараж дальше. А да. Так, получается, немножко обламывает улицу. Вот тут тоже застекление уже тоже кто-то сделал. Тоже тамбур есть, но уже отдельно стеклопакет стоит, видно. Вот гараж пристроен, его не видно, он сливается. Да, это как одно единое целое. А здесь вон, смотрите, как делают асфальт. Асфальтная машина у нас тут гоняет. Вот такой вот красивый асфальт. Так вкусно пахнет. Тут уже вот все коммуникации проложили, все сделали. Единственное, знаете что? Тут такой момент. Вроде сейчас асфальт ложат, да, вот такой красивый, четкий. Но вот у людей, у многих, будут идти еще года два стройка вот здесь. Они будут сюда делать и бани, там всякие штуки. Кто-то вот эти гаражи начнет пристраивать. И вот этот асфальт за эти два года они прям ушатают. Ну, у нас тут управляющая компания, которая должна поправлять этот асфальт, конечно. Но не всегда это делает. Там у нас асфальт уже тоже так убитый, там где-то что-то латают. Но лучше бы, конечно, все сделали, потом вот так асфальт положить. Но им нужно сдавать. Застройщик просто это сделает, закроет вопрос, дома продаст и уходят. Там уже люди что хотят, то и делают. Но смотрится, конечно, круто. Тут все разнообразие домов есть. Ладно, сделают потом. Погуляем, посмотрим. Какие тут есть домики. На этой улице уже прям весь список домиков, которые... Фонари? Да, на сайте есть. Фонари, наверное, тоже, да, сделают. Здравствуйте. Добрый день. Крыши еще тоже отличаются. Вот тут мягкая кровля идет. Здесь металл, это черепица. Да, тоже, когда вот эти последние улицы, люди уже имели возможность прям выбирать под себя чего-то там корректировать. Мы когда заехали, там прям такого еще не было. Был несколько вариантов, но чтобы вот прям так вот выбирать, не было еще. А здесь сейчас у людей еще есть плюс возможность сходить и посмотреть, например, как это вживую там выглядит. И потом здесь уже выбрать себе то, что нужно. А вот у нас металлочерепица получается, да? И вот чем отличается мягкая кровля? Да я думаю, что не принципиально. Допустим, есть какая-то, может, разница? Там шум, ну, в принципе, у нас типа по шумности отличается, по сроку службы или еще что. Да и то, и другое будет лежать много-много лет. Главное, что не из картона и не из соломы. Как у ниф-ниф-наф-наф и нуф-нуфа там, или как их там. Ну, сейчас якобы современная, это, конечно, мягкая черепица, но мне нравится больше, конечно, предыдущий вариант, металл, чтобы был. У нас металлическая, и ничего там не шумит, все нормально. А вот это то, что сверху ложит, вот эту мягкую, это мягко, это просто рубероид современный. Сейчас вот рубероид в разной форме подают. И фасад закрывают, и крыши закрывают. Но это рубероид, просто рубероид. Но он тоже долговечный, но рубероид есть рубероид. Металл, металл, он более основательный.
Короче, вот так.